цели, и кажется, что многолетний груз сомнений наконец упал с моих плеч. Увидев мертвые тоннели местного метро и выслушав рассказ Кирилла, я отчетливо понимаю, что нужно что-то делать, если мы не хотим, чтобы в Москве все кончилось так же. И все же я иду в это радиоактивное подземелье вовсе не ради спасения метро. Честно говоря, я об этом даже не думаю. Сегодня я не командир ордена Спарты, полковник Мельник, а просто старик-отец, готовый пойти на все ради спасения своих детей, как и положено отцу, как это уже сделал полковник Хлебников. Очень отважное и сильное заявление. У нас с вами метро, исход, расширенные здания, ДЛС-2 полковника, и мы с вами продолжаем куда-то двигаться дальше. С того макака, которая померла, и взорвался наш огнемет. Записка у нас с тобой, дневник сталкера. Хорошая новость, удалось до архива, плохие новости, там логово здоровил. Хорошо, хоть хозяев пока дома нет, хоть и смотрелись. Полки разбиты, карты свалены в кучу, разобраться, что где нереально. Возни на несколько дней минимум, а хозяева могут вернуться в любой момент. И что-то мне подсказывает, что они будут не рады, если мы тут катализацию без спроса устроим. Каталогизацию. Ну и ко всему этому дозиметр в архиве зашкаливает. Мы там минут 5 пробыли, потом месячную дозу зеленки вкололи. Все равно мутит. Придем домой, буду просить полковника, чтобы бил нам премиальных. А то еще месяц светиться будем. Карт взяли столько, сколько смогли унести. Без разбора, просто что сверху лежало. В штабе разберутся. Уничтожу, говорит. Макака говорит. Макака кому-то говорит, что она кого-то уничтожит. Кого уничтожит, непонятно. По всей видимости, архив, я так понимаю, у нас с тобой вновь, как всегда. Мужик, можно у тебя волыну одолжу? По всей видимости, это у нас с тобой главный по архиву. Я так понимаю, какая-то будущая тетенька, которая следила за архивами где-то... Мы с тобой помним, в московской библиотеке превратилась вот в такую вот гориллу разъяренную. И теперь вот они у нас с тобой, две тетеньки, желают и мечтают всех уничтожить за то, что слишком много шумели в архивах. Но теперь-то им уже не... Теперь-то им уже некому. Это, так говорят коллекторы. Также хочу вам сказать, что когда вы не уплачиваете долги по кредитной задолженности... Вам то же самое может прозвучать в трубку телефона. Не удивляйтесь. Примерно именно такие граждане как раз-таки вам и звонят в ваш телефон. Ну что ж, а мы с вами вроде как спрыгиваем. Ни у кого нет оружия, что удивительно. Нам сопротивляться уже, я так понимаю, что нечем. По всей видимости. Мы с тобой дошли до архива. И здесь, по всей видимости, как раз-таки... Нужная нам должна лежать карта. Что удивительно, потому что, как сказали, что все уже сперли. Но я подозреваю, что так как у нас это оружие, а в игре таких моментов практически не встречается, когда у нас не бывает оружия. Да, мы это уже слышали, подруга. Накрывает нашего главного героя, так он даже без противогаза. В то, что ты ее вколешь, я думаю, что не особо даст тебе ток. Походу. Кому он вколоть собирался? Ему, что ли? Давай, братан, отпускай. Хорош ты уже тебе. Баловаться. Она тебе все равно уже не нужна. Посмотрим, что у нас с тобой. Во, прикинь. Похоже, что карта. Вся задрыстанная, обосранная. Это зеленая зона, где нет практически радиации. Только, правда, толку от того, что ты нашел. Толку от того, что нашел, непонятно. Нам с тобой нет оружия. Ну,
нужно с тобой теперь как-то отсюда выбраться. А, они ж, по-моему, слепые, да, насколько я помню? Они здесь всех переложили, видишь? Это мы уже помним, подруга. Здрасте. По-моему, они, насколько я помню, они слепые, да? А, он нюхает, типа, да? Ты куда, Маш? Чё такое? Ручкой, ручкой. Ручку позолотить, типа такую ручку. Ручку мне такой протягивает. Какие-то, смотри, хайглайдс. Nvidia хайглайдс, ребята. Nvidia, мех от Nvidia. Посмотрим, куда он дальше пойдет. Так. Куда ты? На меня ты идешь. А, ну он сейчас меня, наверное, стукнет, да, я так понимаю. Он меня не видит, да, я так понимаю. Но он сейчас слишком активно ко мне идет. Так это и должно было случиться, я так понимаю. Так и должна была закончиться наша жизнь с вами, нашего главного героя. Но... Короче, надо пытаться как-то пройти. Я не понимаю, чем он ориентируется, на что, на нюх или на что вообще. Но их там двое. Да, я так понял. Второй у нас с тобой здесь. Музыка у нас с тобой как будто бы забиндена, играющая по несколько секунд. А если я побегу? А бежать я не умею. Он не умеет бегать, все, разучился, походу, наш главный герой. Видишь, по запаху ориентируется. Он так и не вколол себе, кстати говоря, укол. Куда ты сквозь текстуры ходишь, читак? Да, и за мной идет. Ну да, рассказывайте мне сказки, ага. Что-то бред какой-то. Да это дичь какая-то, я не понимаю. Но они слепые, короче, это я, по крайней мере, понял, как минимум. То есть то, что мне нужно проходить, это нужно скрытно проходить. Видишь, кого-то вынюхивает. Ребята, вы уже здесь всех съели. Здесь как бы уже доедать-то некого. А я невкусный, я радиоактивный. Ты вообще еще светиться весь будешь потом. Хорошо, я как-то буду пытаться, наверное, мимо них пройти, потому что мы сейчас с тобой очень много времени потратим. Макаки эти. С волосатой белой какой. А, я могу так забиться. Уголок, чтобы никто не уволок. Ну, видишь, он сюда приперся, теперь здесь будет все обнюхивать ходить. Ой, не могу я с вами. У нас с тобой главные по архивам. Сотрудники архива, самое главное. Видишь, что теперь? Это он сюда пришел, он теперь мне не даст отсюда выйти нормально. Короче, если их обходить, надо тут с расстояния обходить. Чем-то мне это напомнило игру Сома. Вот там вот тоже мы ничего не могли делать. И считаю, вот это беспомощность, скажем так, якобы как бы беспомощность, да, она создает вот такую вот напряжную атмосферу. Он теперь, видишь, тут ходит, он весь заросший, волосатый. Я не знаю, что теперь делать, на самом деле.
Сейчас будет ходить и все обнюхивать. Все, он, получается, определяет по запаху и определяет по уровню шума. Но шуметь мы с тобой и так не сможем. Ну, долго ты здесь стоять ты будешь, Тюлень Иванович? Походу, он обратно теперь не уйдет, то есть на это место встал и все. Ну, жесть. А музыка такая играет, знаешь, как будто мантра какая-то непонятная, как будто там какие-то эти... Какие-то племена как будто бы с этими, с барабанами ходят, пляшут вокруг костра, вот чем-то эту музыку напоминает. Вот если я встану, то он может у меня ходить? Может ходить. Видишь, я к нему подошел, как будто бы скрипт сработал, он типа вокруг, смотри, начинает ходить теперь. Нормально он там дышит. Видишь, а он пытается его посмотреть. Но никого там нету, братан. Да. Приятного аппетита. Да куда, блин? Алексей Петрович. Да вы серьезно, блин? Что за хардкорный DLC делают? Кто такое делает? Смотри, что делает. Не дает мне пройти специально. Козлопас, блин. Смотри, что делает, блин. Я не могу просто. Ну что за бред? Не дает пройти. Блин, тупой DLC какой-то, ребят. Помойка вонючая. Хорошо, что я столько времени его не проходил. Ты видишь, что он делает? Он мне пройти просто не дает, блин, он надоел уже. Пошел отсюда, блин. Вы что, серьезно? Что за бред? В чем прикол такие игры делают? Не было, блин, оригинальной игры нормальной, ну не было в оригинальной игре такого бреда. Короче, если мне настолько сильно надоест, либо вариант, я перестану проходить DLC это, либо я просто-напросто завязаю читы и пройду. Может сохраниться на всякий случай, давай. Блин, давай, иди! Почти дошел я. Но похоже, что дошел, я так понимаю. Здрасте! Что такое? Что такое? Облучился? Ненароком, товарищ. Все? Конечно, больно. А кому же не больно? Что такое? Все? А что это они вдруг такие решили... умереть. Вот это интересно. В принципе, их не... Куда ты руки свои тянешь, уважаемый? Давай, закрывай кран. Руку убери. Сам виноват. Надо было умирать по-хорошему. Давай, он все, у тебя вся зеленка твоя. Ой. Флакончик-то разбился. Батюшки мои. Так с собой надо было в запас несколько штук брать. Ищи зеленку теперь где-нибудь, в аптеке. Ну все, походу, я так понимаю, это трындец, да? Мы с тобой добрались до какого-то центра.
гидромедцентра. Это было долго, ребята. Прошу прощения за такую задержку, но просто я не знал, что еще делать, потому что, ну, это... Все? Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. Чуть-чуть. Я просто устал. Да. Рассказывай сказки нам. Кто-то должен был, наверное, подойти сзади. Но, по всей видимости, это была чья-то просто отрыжка от разработчиков где-то на заднем плане. Кто-то еще хрипит. А сейчас у нас с тобой идет товарищ Мельник. Ага. Как они там все померли, непонятно. Нам вразумительного ответа никто, конечно, не дает. А вот, собственно, и Мельник, я так понимаю, идет. Старый Мельник. Вот ты где, брат. Да. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. А, если он отдыхает. Мне самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Вот так люди боятся сегодня в любви признаваться. Тот же муж, потому что боятся, что это слабость, якобы. Мне даже нравился сначала. Это не слабость, ребята, это сила. Бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Что просто вы знали. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети. Сказать здоровы, о любви, это сила. Правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Да, смотри, пожалуйста. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир. И по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Сейчас скажут, что мне его покажут, и он там просто сидит такой. Историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я. Да. Ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни... А, он весь такой в противогазе у нас был, оказывается. Я думал, в каске пошел. Наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл... Я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Вот ну, таким мы с тобой шли. Мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Этот потом тоже еле-еле оттуда вышел. Мы помним. В итоге дед тоже отъехал. Короче, все отъехали. Он не успел вколоть дозу в себе. Она разбилась у него, Артём, эта штука. Держись. Держись. Сынок. Сынок. Сынуля. Два половника. Ну, что сказать, ребята, про DLC. Да, это была концовка именно такая. Просто тяжело было до нее дойти. У меня бомбанул, конечно, пукан. Ну, я думаю, все меня понимаете.
Но мы таки это сделали. Заново, конечно, мы смотреть с вами все титры не будем. Мы уже помним, сколько мы их смотрели. Ну, что сказать. Интересно, необычно. Теперь нас с вами ожидает дополнение «История Сэма», «Дядя Сэма», нашего с вами, который тоже решил выбраться. Здесь нам показали то, что произошло с отцом. Я подозревал в оригинальной игре, по-моему, я даже говорил, что, скорее всего, отец этого помер, Кирилла, потому что это странно, что он очень долгое время ушел и не вернулся. Но мы узнали правду, что произошло. Сначала, конечно, мы думали, что на станцию «Зеленка» напали, да, что напали именно какие-то извне, враги, так называемые, народа, а это были, оказывается, походу, собственные мятежники, которые совершили мятеж, и по приказу самого генерала этой станции в итоге просто-напросто всех убили. Больно, что сказать, больно. Роб Расси, видишь, какой создавал игру. Кристиан Лаехлин какой-то, Томас Сикхард, Кристиан Саледер и Пьере Ивенсон. Кенджи Хирата и Миджал Хаджиевец и Зорина Хайнер. Елау, короче, какие-то китайцы пошли. Ну, в общем, ребяточки, на этом пока что все. А пока что это все, да. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, ведь огромное количество гайдов, летсплей, все крутого вас ждет, ребята, на моем канале. Как мы с вами помним, чем это все закончилось. То есть была, так скажем, отсылка. А там, наверное, в истории Сэма у нас отсылки, скорее всего, оригинальные. Хотя написано было, что тоже содержится информация об оригинальной игре. Но потом мы уже с вами будем вместе все смотреть. А на этом пока что все. Будет очень классно, круто, здорово и интересно. С вами был Шьюранг. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро есть небольшая часть. Огромное количество, я уже это, конечно, говорил, повторюсь еще раз, гайдов, летсплей. Все классно, можете найти меня на канале. Спасибо за внимание. До новых встреч и пока-пока, ребятушки. Скоро увидимся. Не переключайтесь.